Друзья, всем привет! Сегодня будет у нас не свежая посылка из Китая, а посылка из украинского интернет-магазина. Значит, ситуация в следующем, что понадобилась нам рамка для ноутбука Samsung R20+. Очень много предложений есть на Сланда, где-то еще в интернетах каких-то непонятных. В общем-то, нашел я данную рамку по адекватной цене на Окра. В принципе, еще у этих ребят есть сайт. Ссылка на сайт будет в описании. Это вообще не реклама ни разу. Рамка, потому что она, во-первых, очень-очень тонкая, и ее очень легко сломать. Но, как вы видите, упаковка вообще супер-пупер. То есть упаковали в коробку и так вот давали еще пупырышки. Так, ну что же, ну посмотрим сейчас, что здесь у нас за такая себе рамочка. Ну, как видите, логотипа здесь Samsung нету, или точнее заклеен. Вот, я здесь не помню, что здесь должно быть, ну а здесь должна быть надпись модели. Ну, в принципе, это не особо важно. Самое главное, что рамка доехала целая. То есть никаких трещин, ничего на самом деле нет. Она очень-очень тонкая, поэтому ее очень-очень легко сломать. Здесь, я так понимаю, двухсторонний какой-то скотч, или это просто наклеено. Да, наверное, какой-то двухсторонний здесь скотч идет для того, чтобы эту рамку, в общем-то, приклеить. Ну, давайте сдерем, посмотрим, что там написано. Значит, установка. Да, там, в принципе, нет, есть надпись Samsung. Все есть. Значит, оригинал. Вот, здесь надпись Samsung. Ну, в принципе, со старой рамкой, я думаю, что не проблема будет, да, сдереть название модели, приклеить на эту рамку. Но, тем не менее. Слава богу, все аккуратненько дошло. Значит, цена рамки 255 гривен. В других интернет-магазинах она стоит намного дороже. Вот, начиная от 1000, я видел, и 400 гривен, там, и больше. В общем-то, сможете прийти по ссылке, кому это интересно, кому актуально, и заказать, и, собственно говоря, поменять, и как-то преобразить свой ноутбук, в общем-то, как-то так. Ну, и дать ему немножко еще пожить. На этом, дорогие друзья, все.